Привет! Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, я вас очень жду. А сегодня мы с вами приготовим домашнюю пиццу. Вкусно, просто и быстро. Для теста нам понадобится полтора стакана муки, половина стакана воды, 4-5 столовых ложек оливкового масла в тесто, 3 зубчика чеснока и щепотка соли. А для начинки нам понадобится 3 помидоры или 200 грамм помидор, собственно, соку, 100 грамм колбасы полукопченой или копченой, оливки штук 15, 200 грамм сыру, 1 столовая ложка прованских трав или травы, у которых есть базилик и орегано. 3 столовых ложки кетчупа, соль и перец молотый. Да вот и все, поехали. Муку просеянную, щепотку соли, чайную ложку разрыхлителя, чеснок мелко порезанный, 4 столовых ложки масла, 1/2 стакана воды. И замешиваем тесто. Помидорки очищаем от шкурки, заливая кипятком на 1 минутку. И вот режем небольшие части. Сетрим на крупной терке. Полученное тесто раскатываем и укладываем промасленный противень. А теперь поливаем соус тонким слоем. Укладываем помидоры равномерно. Посыпаем оливками равномерно. А теперь выкладываем колбасу. Посыпаем травами. Теперь посыпаем сыром. Запекаем предварительно разогретой духовке до 180 градусов 25 минут.